Почетные жители Курской области, деятели культуры и спорта, представители сельскохозяйственных и промышленных предприятий, ректоры вузов, ученые. Всего более 40 человек теперь составляют штаб общественной поддержки Александра Михайлова. Штаб будет заниматься информированием жителей Курской области о деятельности временно исполняющего обязанности губернатора, о достижениях и победах, которыми отмечен регион. Мы надеемся, что именно вот таким образом общественность, присутствие Совета ветеранов войны и труда, Совета женщин России, других общественных формирований, все-таки мы найдем правильный путь к решению, чтобы у наших жителей была хорошая, плодотворная работа на ближайшие 5 лет. Напомним, 2 июля 2014 года областная избирательная комиссия зарегистрировала временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Михайлова в качестве участника предстоящих выборов. В соответствии с действующим законодательством Александр Михайлов заручился поддержкой 252 депутатов и глав муниципальных образований, представив соответствующие подписи в областную избирательную комиссию.